Доброе утро, с вами Записки Архитектора. Сегодня воскресенье, и угадайте, куда я еду? Работу. Да. Не запланированный у меня был сегодня выезд на работу. Не собирался я. Но сегодня будет трактор снег убирать. Нужно присутствовать. Когда какие проезды расчистить. Вот я уже на лесном. Так, трактор уже подъезжает. Сейчас будем ставить задачу. Можем будет поработать за компом. Думал, поработаю, пока трактор здесь ездит. Думал, за компьютером поработаю, но и поработаю, нашел. На черном фоне не заметил эту штучку. Нет, все нормально, можно поработать. Задание на сегодняшний вечер. Вот на такой химический анкер нужно закрепить резкую стенку. А то обычный анкер в пустотелом кирпиче не держится. Вот этот еще ладно. А вот этот уже вылазит. А вот эти вот обезьянки там качаются. Металлические анкеры из стены. 10-миллиметровые анкеры из стены выдергивают. Зрители идут. Сейчас будем резкую стенку ставить, да? Че ты заметался? От меня не скроешься. Ну, Саш, не урони. Лови! Там что видно-то? Канат, веревки и твои руки. Я в джунгли, да? Да. Таким образом химический анкер смешивается. Первые 5 сантиметров надо выкинуть, а остальное уже смешано. Первый раз, когда не знаю, что из этого получится. Что, вроде получилось. Ждем 20 минут, потом пробуем закручивать. Первый раз химический анкер использую. Иначе получится. Если кто-то не знал, химический анкер — это такой состав, он двухкомпонентный, ну, по типу эпоксидного. То есть основной с отвердителем смешивается, после чего происходит химическая реакция, и он начинает застывать очень быстро.
при этом даже нагревается, ну, потому что идет химическая реакция. Суть в чем это? Его хорошо используют для прижав пустотелый кирпич. То есть он заполняет стопы и создает прочное основание для анкера. Полезная штука. Рад, дорогая, вот такой вот тюбик стоит почти 700 рублей. Мне хватило его, ну вот он почти пустой, на 3 отверстия. Четвертое я сделал обычным анкером. Такого тюбика хватит на 4 отверстия диаметром 10 мм, глубиной около 100. И то я, ну, то есть регулировал подачу. По идее, можно его весь во все эти пустоты заполнить. И в одно отверстие весь идет. Пользуйтесь. И как пишут у них, максимальная нагрузка на один анкер 800 кг. Это более чем достаточно. После большой возни все готово. Теперь даже меня выдерживают. О, все в кадре. Где там? О, вот так. Вся семейка в сборе. Всем спать. Я хочу еще, но уже я.